Обеспечение безопасности жителей Мариэл вышло на принципиально новый уровень. Подробнее о работе антикризисного центра республики мы расскажем в ближайших выпусках новостей на нашем телеканале. Марийский мир глазами современников. Завтра в Ишкар-Але открывается 9-й съезд народа Мари. Сегодня в столицу республики уже приехали и разместились в гостиницах первые делегаты. Для них провели небольшую экскурсию по городу. В числе гостей представители народа Мари из Венгрии, Эстонии и Украины. Всего в съезде участвуют 315 делегатов. Стоит отметить, что этот съезд будет самым юным из всех предшествующих. Впервые 40 делегатов представят отдельное молодежное направление. Самому молодому делегату 19 лет. За ходом проведения Всемарийского съезда можно будет следить из любой точки мира посредством интернета. Вопрос видеотрансляции оперативно решила компания «Ростелеком». Буквально за один день компания «Ростелеком» организовала выделенные линии в театре для того, чтобы все желающие смогли посмотреть видеотрансляцию, не приезжая на этот съезд, а посмотреть ее, кликнув на ссылку на сайте Министерства культуры в интернете. Видеотрансляция будет проходить два дня, 19 и 20 апреля. В рамках съезда делегаты намерены поднять актуальные вопросы образования, языка, культуры народа Мари, а также выбрать нового председателя межрегионального общественного движения «Всемарийский совет».